Всем привет! Сегодня хотел бы высказать несколько пунктов, даже сказать тезисов, да, важных для людей, которые впервые присоединились на наш канал с целью, допустим, переезда, с целью покупки жилья. Вот, и начнем с самого главного. Когда человек загорелся переездом в Сочи, для него должен быть решающим фактором при выборе недвижимости – это район. То есть для начала надо определиться именно район, в котором вы будете работать. То есть если вы собираетесь работать где-нибудь на Красной Поляне, то, естественно, смысл смотреть, интересоваться центральным Сочи, там, Лазаревским районом, это уже отпадает, это пустая трата времени. Поэтому важный вопрос, где вы будете работать и чем вы будете заниматься. Но с другой стороны, когда вы понимаете, что вы будете работать на Красной Поляне, надо же тоже понимать, что, может быть, вы же не всю жизнь можете там работать, правильно? То есть тут нужно какую-то золотую середину все-таки подыскивать и понимать, что сегодня вы работаете на Красной Поляне, а завтра по каким-то причинам не работаете. Поэтому к выбору района нужно подходить не только как бы из соображений, где вы будете работать, да, но и из каких-то еще там личных потребностей и прочее-прочее. Да, поэтому многие, когда задают вопросы, хочу купить квартиру в Сочи, даже многие не понимают, где находятся олимпийские объекты, что Олимпиада проходила в основном в Адлерском районе, да, то есть затрагивала Адлерский район. И зачастую люди спрашивают, я хочу квартиру в Сочи. Когда им объясняют, что в Адлерском районе есть доступная недвижимость по вашему бюджету, они говорят, нет, нам нужен Сочи. То есть многие не понимают, поэтому это тоже очень, так сказать, важная часть. Вы должны ознакомиться с районом в первую очередь. То есть с районами, где что происходило. Это очень много информации и в интернете, и на Ютубе, каналах на любых. Да? Нет, все. Если кому-то это важно. Опять-таки по поводу, важно. Предположим, топит, не топит. Да? Вот, я хочу сказать, что Веселая, по-моему, еще ни разу не топила, потому что там перед Олимпиадой все перетряхнули. Конечно. Там все там новое. И несмотря на то, что там равнина, там не стоит вода. А где-то с горы она течет таким потоком, что да, ливневки не справляются. То есть, казалось бы, где гора, там никогда не затопит, да, потому что вода стекает. А вот, пожалуйста, тебе в Веселом на равнине не топит, да, потому что там все новое, ну, чистые, да, тротуары. Да. Поэтому, опять-таки, вопрос, когда вот этот вот момент топит, это тоже, и к этому я бы не сказала, что надо привязываться, потому что и Ленина топила, и Гастелло топила, и Новый Сочи в этом году топила, то есть тут, как говорится, на удачу. На удачу, да, уже, наверное. Вот, что касаемо, сразу людям, так сказать, сгоряча говорю, вторичка всегда дороже. Почему? Здесь. Да, здесь. Потому что вы все привыкли к Авито, допустим, да, своего региона, и вы отталкиваетесь от тех объявлений, которые у вас в регионе даются, и вы уже привыкли, что вторичка, ну, и можно у вас там в регионе поискать вторичку, она даже дешевле, чем новостройка. Здесь по факту нет, потому что вторичка – это уже готовая квартира, которая приносит прибыль. Дешево ее продавать не будут. Если есть такие подобные варианты, то, возможно, во-первых, это вовсе не квартира, а гостиничный номер, который, в свою очередь, там поделили на помещение, да, в котором даже можно прописаться, жилое помещение, жилой может гараж. Быть. Жилой гараж очень часто выдают за жилой дом. То есть вы можете сразу обратить внимание на фотографии какие-то, если там будет там гараж, и вы увидите, что над гаражом уже есть окно какое-то, то считайте, что это вовсе не дом, это просто жилой гараж. Такое здесь тоже бывает, поэтому надо, ну, быть внимательным и осторожным. Снимать жилой гараж можно пожить. Ничего здесь плохого я не вижу, потому что там и центральные коммуникации, все есть, можно и пожить. Но покупать это, ну, не советую, потому что там прописки не будет, это не жилое помещение. К тому же сегодня есть, завтра что-то новое придумали и решили снести. В общем, это считается как полузаконное, полулегальное, так сказать, строение. Вот. И так что, когда вы смотрите на Авито, имейте в виду, продают в Авито в основном либо хлам,
либо просто дезинформацию вам вводят, что вы ориентируетесь, что оказывается вы можете за эти деньги вторичку покупать, зачем мне тогда новостройка. Получается, новостройки у нас начинаются от 55 тысяч рублей за квадрат на этапе котлована, стройки, да. Это минимальную, я говорю, да, потому что есть с открытием продаж где-то и по 100 тысяч, да, там в Эмеретинке, поближе к морю и так далее. То есть это я минимум говорю, да. И с ремонтом начинается от 100 тысяч за квадрат. Но от 100 тысяч, опять же, это может быть большая площадь, маленькая площадь, такие, может и даже больше, дороже. Соответственно, вы должны понимать, чем ближе к морю вы рассматриваете себе жилье, тем оно больше приносит доход. Если оно больше приносит доход, оно, по сути, сразу становится ликвидным. Ликвидное жилье дороже, чем... Вот. Что касается правильного, как сделать правильный выбор. Если вы еще не продали свое жилье, а уже хотите переехать, пожалуйста, снимайте жилье, попробуйте в одном районе поживите, в другом районе поживите. И вы тогда разберетесь, что вам больше подходит. Нужна ли вам школа, нужен ли вам детский сад, покупаете ли вы квартиру для ПМЖ, либо вы покупаете квартиру для отдыха. Это очень много критериев. Поэтому, когда вы спрашиваете любого специалиста, мне нужна квартира, сразу имейте в виду, что есть районы, которые подходят для постоянного места жительства, есть универсальные районы, есть спальные районы, есть вообще горнолыжный курорт, да, у нас Роза Хутор, там тоже есть предложение. Поэтому очень-очень много факторов. Также есть возможные варианты инвестирования с целью перепродажи, потому что в последнее время люди инвестиции понимают как квартиры, которые просто приносят доход с арендой, ну то еще и в аренду. Также надо понимать, что в спальных районах, купив квартиру там за миллион с копейками, вы никогда сдавать посуточно не будете. У вас эту недвижимость никто посуточно брать не будет. Поэтому рассчитывайте только на долгосрочный период. Что касается посуточной аренды, опять же такой глобальный вопрос. Кто этой арендой будет заниматься в первую очередь? Если вы рассчитываете на то, что есть здесь такие компании, которые предоставляют услуги по... сдача в аренду вашей квартиры, то, ну, если честно, я в такие не верю варианты, потому что, ну, будут обманы. То есть имейте в виду, лучше всего иметь квартиру в аренду посуточно сдавая, только если вы здесь сами проживаете. Вот. Также перед переездом очень много было уже вопросов, что я вот планирую там сентябрь-октябрь переехать, сначала хочу пожить. Вы должны понимать, что да, вы хотите пожить, вам нужно снять квартиру в аренду. Во-первых, мы арендой не занимаемся, как бы у нас уже много очень раз спрашивали. Каждый день спрашивают. Да, есть нюансы, как бы определенные, в общем, мы ей не занимаемся. Это раз. Во-вторых, если вы приезжаете снимать в аренду, вы на месте должны искать себе квартиру в аренду. Здесь тоже очень много нюансов. Поэтому бронируйте себе на 2-3, там, 4 дня какой-то отель, гостевой дом посуточно. И эти дни вы будете искать себе квартиру уже на долгий срок. Поэтому вот основные, да, моменты, наверное, мы уже назвали, которые нас каждый день спрашивают. Да, да, это вот именно... Этот ролик будем уже как в ответ кидать. Я в этот ролик, да, сделаю в плейлист, и он будет там находиться. Основные вопросы для людей, которые сталкиваются в первый раз вот с информацией о городе Сочи, да, им не хватает каких-то подсказок, так сказать. По поводу регистрации вопрос. Да. Ее делают здесь, можно найти, кто сделает вам ее платно, да, за деньги. Это вы уже будете момент по факту здесь искать. Если вы, допустим, приехали и не сразу покупаете себе для жизни, а предварительно будете арендовать, да. И также, если вот как мы арендуем, нам хозяйка делает эту регистрацию бесплатно. То есть тут уже как договоритесь, какая хозяйка. Вот. По поводу детских садов и школ. Тоже есть информация. Информация есть, да, регистрация нужна для этого, особенно временно. Для детского сада, да, временная. Причем я думала, что мы ее сделаем и как бы все, они забудут. Нет, они, видимо, этот процесс мониторят, и каждые полгода, когда она заканчивается, они просят ее
обновить и принести подтвердить. Новую. Подтвердить, да. Потому что детский сад дается по месту вашей регистрации. Еще я хотел бы добавить, что мы работаем по Адлерскому району. Можно задавать вопросы по каким-то другим жилым комплексам, которые находятся вне зоны. Но я стараюсь работать именно по Адлерскому району, чтобы успеть, так сказать, уделить внимание и семье, и всем, кто хочет именно по Адлерскому району что-то приобрести. И полноценную вам давать информацию, потому что просто я, ну, в теории не успею бегать за всеми зайцами, которые тут, возможно, могут быть. Так что, в принципе, наверное, все. Если что-то забыл, пишите в комментариях. В комментариях также оставлю свой ответ на данный вопрос. Все, всем пока.